Причина пожара, в котором погибли 8 подростков, выясняют в городе Ленторхан Мансийского округа. Их тела обнаружили в сгоревшей бане на даче одного из них. Группа ребят отмечала день рождения. Как все произошло, нам рассказали в региональном управлении внутренних дел. 13 подростков отмечали день рождения в квартире под присмотром родителей. После дня рождения 8 из них пошли на дачный участок. По предварительной информации, причиной возгорания стала печка-буржуйка, установленная в бане. После возгорания огонь перекинулся на жилое строение, это домик, и постройки сгорели полностью. Обе постройки были деревянными. Погибли 4 мальчиков и 4 девочки в возрасте от 13 до 17 лет. Как точно начался пожар, пока не ясно. Возможно, из печки выпал горящий уголь. Подростки оказались в огненной ловушке. По предварительным данным, все задохнулись угарным газом. Со стен сгоревшей бани следователи изъяли образцы для проведения экспертизы на предмет наличия горюче-смазочных материалов, чтобы исключить версию поджога. С родственниками погибших сейчас работают психологи.